Ирина Новик. Номер 8 Олеся Слиш. Номер 10 Анастасия Феклистова. Номер 11 Наталья Спорик. Номер 12 Полина Доменюк. Номер 13 Елизавета Шишлюк. Номер 14 Ксения Шепель. Номер 15 Елизавета Трещинская. Номер 23 Ксения Колесник. И номер 25 Галина Круста. Главный тренер команды Виктория Дацу. Команда 4. Капитан команды Александра Шумейко. Номер 5 Анна Копелева. Номер 10 Мария Трофименкова. Номер 11 Ксения Навойкова. Номер 17 Ксения Молчан. Номер 20 Екатерина Ялчин. Номер 22 Ирина Дурманова. Номер 28 Юлиана Казак. Номер 32 Софья Никитенко. Номер 44 Валерия Сидоренко. Номер 55 Елизавета Христофорова. И номер 99 Дарья Строк. Главный тренер команды Ольга Орлова. Тренер, заслуженный тренер Республики Беларусь Анатолий Буяльский. Четыре судья. Судья международной категории Петр Ивашков. Судья национальной категории Ярослав Родионов. И судья первой категории Дмитрий Малосай. Инспектор матча Дмитрий Львович. Звучит гимн Республики Беларусь. Thank you.
Thank you.
Наталья спорит второй гол. Команда «Горизонт» имеет 4 команды «Палат». Наталья Спорик. Замена команды «Горизонт». На площадку вернулась Александр Шмидт, номер 4, и Екатерина Ялчик, номер 20.
Елизавета ваша ждет. Последняя минута первой четверти. Thank you.
Замена команды «Виктория» на площадку вернулась Елизавета Шишлюк, номер 13. И четвертый номер Евгения Бернацкая. Ирина Дурманова.
Замена команды «Виктория» на площадку вышла Ксения Шепель, номер 14. Thank you.
Сусанина команда Виктория. Замена команды Виктория на площадку 15 номера вышла Полина Домини. Последняя минута второй четверти.
команда Виктория Город Гродно. Yeah.
Yeah.
Елизавета Шишкина. Мария Пименкова первого. Thank you.
Ксения Молчина, четвертый гол. Замена команды «Горизонт» на площадку вышла Екатерина Ярченко, номер 20.
Елизавета Шишкин, второй фол. Команда Виктория, 4 команды фола. Екатерина Новикова.
наука. Thank you.
Thank you.
футбол. Командная виктория 4 команды Михалова.
Thank you.
со счетом 56-51 встречу выиграла команда «Горизонт Блэкшоп» Минская область. Thank you.